Пятый канал представляет. Оксаночка, я опаздываю, я побежал. Ну давай, беги, защитник правопорядка. Че это тут устроили? Я тут же держу. Напрягись. Так, что у вас тут происходит? Не пройти, не проехать. Что, не видишь, что ли? Пианину тащим. Да? А я на работу опаздываю. Вниз не понесем. Как это не понесете? А как я на работу? Как хочешь. Тяжелая ведь. Ага, как хочешь. А я вот так хочу. Куда? Куда прешь-то? Куда? На работу. Такую тонкую схему я давно не встречала. А у меня, поверьте, большой опыт. Даже я увидела самый последний момент. Но хоть Нобелевку вам давайте, и мне заодно. Гениально. Поздравляю. Ну? Сколько? Что сколько? 5 миллионов устроит? А, это вы мне взятку предлагаете? В главном офисе за такую информацию больше заплатят. А кто у нас молодец? А я у вас молодец. Вывела жуликов на чистую воду. Занят? Увидимся сегодня вечером? А, ладно. И тебе всего хорошего. Астраханская, ты все докопалась. Это катастрофа. Предлагал уже. 5 миллионов отказалась. Предложи больше. Реши с ней вопрос. Или я решу вопрос с тобой. Ну что у вас? Ты что опаздываешь-то, а? Сейчас уже тело увезу. Так, все, давай, не начинай, что по делу? Что по делу? Черепно-мозговая травма. Удары были нанесены тупым тяжелым предметом, с заостренными краями. Ну, вот, скорее всего, этот кирпич и есть орудие убийства. Так, а личность убитой? На, вот паспорт, держи. Ага. Так, Астраханская Ирина Викторовна. Ну да, она. А живет-то? Вот тут, рядом. Тоха где? Тоха уже соседи опрашивают. Ну, может, что-нибудь из ее родных дома есть. А камеры? Одна вот висит над входом у парадной. Ох ты ж! Это ж поглядите, как кто к нам пришел-то, а? Ладно, давай без шуток. Че по делу? Че по делу? Что, в квартире никого, соседи ничего не видели, ничего не слышали. Астраханская Елена Викторовна, 36 лет. Блестящий финансовый аналитик, директор и единственный сотрудник фирмы «Цифровая гармония». Занималась аудитом по заказу сторонних компаний. Экспертиза подтвердила, она была убита кирпичом, который был обнаружен рядом с ее телом. Вот мне интересно, у кого хватило духу? Кто поднял руку и проломил голову такой симпатичной барышни? Вот на этот непростой вопрос, Паша, нам надо найти внятный ответ. Продолжай, Володя. Муж Сергея Денисовича, ему 43 года, он сотрудник районной администрации. В браке с Еленой они прожили 9 лет. Так он же сейчас в морге на опознание. А что по камере? Она не работает. В общем, соседи отзываются о них положительно. Тихая, спокойная, приличная пара. Да, как говорится, в тихий омут заплывешь, черта хитрого найдешь. Согласен, Андрей Борисович. Обычно, если на поверхности тишь да гладь, то все страсти бушуют где?
Правильно, в глубине. Ну, в этой области ты эксперт. Так, ну, давайте не отвлекаться. Володя, у тебя все? Нет, есть еще кое-что. Из открытых источников я выяснил, что в последнее время Астраханская копала под некоего Володина Егора Степановича. Ему 46, и он владелец конторы «Жмых и Пенька». Как? «Жмых и Пенька». Ну, Андрей Борисович, в чистом виде рога и копыта. Он обычный мелкий жулик. Да, такие-то голову не проломят. Ну, в нашей практике еще не такое было. И нам надо понять и выяснить, где у него, понимаешь, пенька, а где жмых. Ну, версию о разбойном нападении я бы все-таки не сбрасывал со счетов. Телефона-то при жертве не обнаружено. Но деньги и документы преступник у жертвы-то не забрал. Так что вряд ли это похоже на разбой. Надо же, а? Черт, а! Господи, Тимурчик, кто тебя так? Узнаю, привлеку за нападение на сотрудника полиции. Покажи! Ой, не трогай руками, инфекцию занесешь. Сейчас, я секунду. Ой, папа, бедный, больно? Больно. О, опять на работе хлопотал. Может, его на курсы самообороны отдать, чтобы хулиганы не обижали. А? Какие хулиганы-то, а? Он получил это на пороге собственного дома. Собственного. Анатолий Сергеевич, только не начинайте. А я вам давно говорила, в криминальном районе живем. Какой криминал-то? Вон, вся парадная заставлена, не пройти, не проехать. А, так это новая соседка въехала. Да, Толенька уже ходил к ней ругаться, а она его отшила. Говорит ей, видели ли инвентарь, негде ставить. Она спорт любит, спортсменка. Да, почему света нет? Так мы грузчики разбили, мы пианино тащили. Отойдите, на, что приложи, это? Да перекись. А это что за концерт? Уже 2 часа продолжается. И в ноты не попадает. Чудовищно все это. Я не знаю, как я это все переживу. Чье-то опознание. Боже мой, все страшно. Искренне вам сочувствуем. Сергей Денисович. Спасибо большое. Сергей Денисович, я понимаю, что вам тяжело, но вынужден задать вам ряд вопросов. Какие отношения у вас были с вашей женой? Понимаете, мне бы сейчас, конечно, не очень хотелось обо всем этом говорить. А о чем вам сейчас неприятно говорить? Можно поконкретней? Ну, просто у нас в последнее время... Да нет, все было хорошо, но вот в последнее время что-то в поведении Лены изменилось. Что именно? Ну, понимаете, мне стало казаться, что у нее кто-то появился на стороне. Кто? Кого-то подозревали? Да нет, никого конкретно. У Лены по работе очень много знакомых, поэтому... Ну, а ваши общие друзья? Да... Не знаю, если только Жора с Ваней. Жора с Ваней? Жора, Георгий с Ваней. Ну, это точно не он. Он бы никогда не подорвал моего доверия. А где вы сами были в момент убийства вашей жены? В ресторане «Цветок сакуры». Вот, хотел устроить жене ужин примирения и... Все, так вышло. Сергей Денисович, мы вас больше не задерживаем. Если понадобится, мы с вами свяжемся. Спасибо. Да, и там... Да, вас выпустят. Всего доброго. Ну вот он, с вами Георгий Давидович. 40 лет, жена, 2 детей. Владелец ресторана «Курза». Горе. Страшное горе. Георгий Давыдович, в ваших интересах говорить правду и только правду. Итак, в каких отношениях вы были с Еленой Астраханской? Если на чистоту, то да. У нас с Еленой была связь. И как давно она стала вашей любовницей? Слово-то какое. Любовница. Я предпочитаю дама сердца. Хорошо. Как давно она стала вашей дамой сердца? Где-то с год назад. Но недавно у нас все закончилось. Это как? Она хотела, чтобы я развелся, и сама хотела уйти от мужа.
Я не могу, у меня дети. Поэтому я и сказал, что у нас все кончено. Когда сказали? Где-то с неделю назад. Но она как будто меня не услышала. Все продолжала звонить, только сердце мне рвало. Так в итоге вы с ней когда в последний раз разговаривали? Вчера разговаривали. Вчера? Да. Она позвонила, предложила встретиться. Но я отказался, она обиделась. И через час она мне прислала вот эту смс-ку. И вы не поехали? Так, вчера вечером что делали? Вчера здесь был у себя в кабинете. Кто может подтвердить? Никто. У меня отдельный вход с торца здания. Поэтому никто не видел, как я выходил. Это плохо. Итого, прошу вас из города не уезжать. Пока. Понял. Слушай, ну кто тебе так подрихтовал? Колись, мы отомстим. Так, ну ты что, мне не веришь, что ли? Я тебе говорю, что там была вся площадка заставлена. Я споткнулся и упал. Слушай, он у тебя такой красивый. Может, для семей третий, а? Со своими шутками вы... Гражданин Володин. Здравствуйте. Капитан Бубнов. На пару слов. Поговорим? Что ж такое-то? Ну что ж ты был так неаккуратно-то, а? Че, добежал? Все, приехал. Ты как? Как раненый зверь. Злой, но опасный. Возле собственного дома зверски убита Елена Астраханская, глава аудиторской компании «Цифровая гармония». Под подозрение попадают ее любовник Георгий Свания и владелец фирмы «Жмых и Пенька» Егор Володин, которого Астраханская уличила в финансовых махинациях. Свания предъявляет сомнительное алиби, а Володина задерживают при попытке скрыться. Почему от сотрудников убегали? Так что машину помяли. Да я думал, это АБЭП по мою душу пришел. Какой АБЭП? Вы Астраханскую убили. Да с чего вы взяли? Она прижала вас к стене. Вам срок грозил. Значит, вы мухлевали с отчетами, с налогами. Разве не так? Ну, кто же без греха? Ну, одно дело экономическая статья, а другое убийство. Клянусь, не убивал. Вы не креститесь. Вы не в церкви, а я не священник. Где вы были вчера вечером? Друзей гостил. Проверим. У Володи на алиби. Я проверил. Он у друзей был, действительно. По Астраханскому что? Да тоже ничего, Павел Ильич. Он весь вечер действительно был в ресторане. Не знаю, зачем он полчаса под камерой у входа стоял. А Астраханская только под Володина копала? Нет, почему? Она еще делала аудит компании «Огненный щит». Ну, вернее, регионального отделения этой компании. Генеральным директором там работает Прохоров Роман Глебович, а финансовый директор, он же главный бухгалтер Киселев Владислав Вячеславович. Еще с ними? Да ничего, все чисто. Более того, Астраханская, когда отправляла отчет заказчику, она их похвалила. Ну вот, мы вернулись снова туда, откуда начали. Вчера возле своего дома была убита директор компании «Цифровая гармония» Елена Астраханская. И что? Ты думаешь, я стою за всем этим? А разве не вы? Ну и дурак ты, Кисель. Повезло просто. Совпадение. Я хочу уволиться. Увольняйся, пожалуйста. Но помни, во всех документах не мой, а твой электронный след. Так что случись чего? Либо менты тебя достанут, либо головной офис. Но я же уже говорил, ничего мне о врагах Лены неизвестно. Если у нее даже и были таковые, мне она о них ничего не рассказывала. И все же, может, ей кто-нибудь угрожал. Нам нужна любая информация. Да, вот вспомнил.
случай недавно был. Леночка моя сцепилась, значит, с нашей соседкой, этой Галькой Иващук. Та задела дорогущую иномарку и попыталась скрыться. А Лена, давай ее на телефон снимать. И все, вот, завязалось. Та давай Валеркой своим пугать. Ёлки-палки. Ты что делаешь? Проблемы ищешь? Могу устроить. Вырубай камеру. Ага, сейчас. Вырубай, сказала. Я сейчас Валерке скажу, он тебе голову проломит и руки переломает. Так, Галина, давайте полегче. Вы рулить сначала научитесь, да? Все, пойдем, Лен. Все уже тут. Покажу владельцу, посмотрим, кому руки сломают. В том-то и дело. Поняла? Пошли. Да кто же этот Валера-то, а? Сожитель ее. Малоприятный тип, надо сказать. А че ж вы до этого-то ничего не говорили, а? Так как-то не вспоминалось, не придавал значения. А вы-то узнали что-нибудь про любовника Лены? Ну, был у нее кто-то? Ну уж этого мы вам не расскажем. В интересах следствия. Гончаров Валерий Алексеевич, 50 лет. Но Андрей Борисович тот еще фрукт. Он дебошир, нигде не работает, значит, привлекался за пьяные драки и зарегистрирован у Иващук. Вот. А судя по геолокации, он сейчас... Ага. Он сейчас в квартале от их дома. И что там? Музей, библиотека? Да нет, Андрей Борисович, там другой очаг культуры. Рюмочная. И он там с Галиной Иващук. Секунду. Нет, она за рулем. И едет, кстати, едет в сторону наших, получается. Она домой едет. Здравствуйте. А где это вы так удачно поцеловались? Ты что надо? Отвали! Добрый вечер. Капитан Бубнов, Петровская РУВД. Я что-то нарушила? Да вы ничего не нарушили. При каких обстоятельствах вы фару разбили? Вам-то какая разница? Заняться больше нечем. А нам как раз есть разница. А вы нам не хамите, а то мы вас привлечем, так сказать, до установления личности. Старший лейтенант, вам не кажется, что эта гражданка очень похожа на злостную рецидивистку, которую мы разыскиваем? Товарищ капитан, только одно лицо. Вот, видите? Гнилые у вас приемчики. Припарковалась неудачно. Да, а гражданка Астраханская это сняла на телефон. И вы ей угрожали расправой. Никому я не угрожала. И сожителю своему Гончарову вы тоже ничего не сказали. С чего мне ему что-то говорить? Какая мне разница, что она там наснимала? А разница есть. Свидетель утверждает, что в Астраханской обещали проломить голову. Требовали удалить запись. Ну как же, иномарка-то ведь дорогая, правильно? Одна фара дороже вашей колымаги. Угу. Набрехать каждый может. Мало ли кто что сказал. Ничего вы не докажете. Послушайте, мы обязательно докажем. И вы в этом не сомневайтесь. И тогда мы с вами поговорим совершенно по-другому. Они так поубивают друг друга. Так иди и разними. Паш, ну у меня костюм. Ты мне предлагаешь? Почему? Нет. О, пусть нас рассудит слепой жеребий. Орел. Орел. Половина. Уже орел, значит, орел. Вы идете. Решка, я остаюсь. О, решка, я остаюсь. Сыр с конями. Поторопитесь, Павел Ильич. Так, Гончаров. Закончили упражнение. Встаем. Полиция, встаем, я сказал. Закончили. Ну да. Хотел ее доказать, отобрать телефон. А чего на Лизе не свое дело? Ну и что, как, отобрал? Не успел. Загулял. Где вы были вчера вечером? Там же, где и сегодня. В запое, правильно? Че? Ничего! На Астраханскую, значит, не вы нападали? Сказал же, нет. С первого раза не понимаешь? Это он мне, что ли? Ну, вроде, да. Ты это, слышишь? Не хами тоже, да? Он, походу, не протрезвел еще. Пускай в камере посидит. А то слишком борзый. Да. Пойду Петровичу скажу. Дима. Mm-hmm. Я гений. Ну, конечно. Сам себя не похвалишь, на спину плюнуть. Зря иронизируешь. Между прочим, я взломал ноутбук Астраханской. Я весь во внимании. Оказывается, перед самой своей смертью она с потрохами накрыла вот ту фирму «Огненный щит».
Ты просто не успел отдать делу ход. А как же положительный отчет? Так все дело в том, что она копнула глубже уже после того, как отправила этот отчет. Вот. А там, понимаешь, очень тонкая схема. Ущерб на миллионы. И за всем этим стоит финансовый директор компании Киселев. Ай да, Кузя. Ай да, молодой ты еще. Иди работай. Твою дивизию! Черт! Убита глава аудиторской компании «Цифровая гармония» Елена Астраханская. Оперативники устанавливают, что перед смертью Астраханская собрала компромат на финдиректора фирмы «Огненный щит» Владислава Киселева. В Киселева стреляет неизвестный. Киселев сбивает неизвестного машиной и скрывается с места происшествия. Все, я больше не могу. Тимур, я тебя умоляю, держи себя в руках. Я буду? Сама вежливость. Понаставил, а? Послушайте, что это за какофония? Ни свет, ни заря. Если у вас нет слуха, я не виновата. Какого слуха? Какого черта? Вы не даете спать людям. Вы работаете? Конечно, работаю. И, между прочим, в полиции. Ну, хотя я не понимаю, при чем здесь это? А при том, что я тоже работаю. Ага. В горсовете. Если вы понимаете, о чем я говорю. И музицировать могу только ранним утром или поздним вечером. То есть музицировать. Это вы так называете. Вот это издевательство над инструментом и над соседями. Ну, раз вы мне хамите, то я вас тоже презрением награжу. Тихо, стоять! А когда вот этот хлам вы уберете? Когда ложу застеклят и утеплят. Вот зараза, а! Ну, сейчас разберемся. Кузьмин! Иди сюда! Дарья Петрович. Это, походу, к тебе. Говорит, у него важная информация. Я диск принес с убийством. С каким убийством? Вы представьте, пожалуйста, для начала. Степанов я, Виталий Григорьевич. Живу на Бегунова, 14, там, где женщину позавчера убили. Угу. А что на диске? Меня когда ограбили, я поставил решетку и камеры. Теперь, когда из дома выхожу, камеру всегда включаю. Это очень хорошо. А на диске-то что? А, так я же говорю, убийство. Там какой-то мужик кирпичом женщину по голове бьет. Ужас. Роман Глебович, майор Шапошников, Петровская РУВД. Чем могу быть полезен? С вашим финдиректором хотел пообщаться, с Киселевым. Он на месте? Да я бы тоже хотел с ним переговорить. На работу не выходит, на звонки не отвечает. А что, у вас так часто сотрудники пропадают? Да нет, никогда такого не было, чтобы одновременно пропали и финдиректор, и глава службы безопасности. А за безопасность у вас кто отвечает? Борцов Александр. Оба пропали, как только жареным запахло. На совпадение так-то не похоже. Каким жареным? Да неважно. Ну вот он, наш убийца. Собственной персоной. Спасибо, Виталий Григорьевич. И вообще бдительным гражданам. Знаете, кого он мне напоминает? Ну, по комплекции, по бороде. Ну и кого? Борцова. Павлович, помните того самого, про которого вы говорили? Александр Петрович, который с Киселевым пропал. Вот, совершенно верно. Он начальник службы безопасности регионального отделения «Огненный щит». А, ну раз по бороде, значит, дело-то раскрыто. Ну да, в самом деле, Володя. В темноте по бороде, что вилами по воде. А бороду и наклеить можно. Давай-ка, пробивай этого Борцова. Сейчас сделаю, Андрей Борисович. Ну, между прочим, телефон у Борцова выключен. О,
Зато телефон Киселева появился в сети. Он его только что включил. Согласно геолокации, он движется в сторону аэропорта. Вот. А мы за двумя зайцами бегать не будем. А возьмем одного. Ребята, давайте-ка в аэропорт. Здравия желаю. Ты показания Степанова принес? Хуже. Андрей Борисович, у нас труп. Здорово. Здрасте. Привет. Привет. Нос? Ну, вот тебе и нос. У него сломаны тазобедренные кости. Вероятно, внутренние органы повреждены. Такое ощущение, что его ударили чем-то тяжелым. Но, скорее всего, машина сбила. Ну и явно его сюда волокли. Ну да, вон следы волочения. Я вижу. Кстати, наверное, убийца нервничал, торопился. Так бы мог поглубже в лес занести. Борцов Александр Петрович. 70-го года рождения. Все, отбегался наш заяц. Какой заяц? Так, к слову пришлось. Тимур, смотри, Киселев съехал с трассы на заправку прямо перед вами. Да, Кузя, ага, понял. Только поднажми, надо перехватить его до заправки, вдруг он стрелять начнет. Вышел из машины! Полиция, я сказал, бегом из машины! Так, руки в гору! Вячеслав! Ох ты, Тимур, погляди. А, кто-то уже стрелял. Ну и что, не мы же? Разберемся. Пошел. Пошел, я сказал. Так, машину. Так, давай, Тоха, гони. Убита аудитор Елена Астраханская, которая уличила в финансовых махинациях финдиректора фирмы «Огненный щит» Владислава Киселева. Киселев сбивает на машине напавшего на него неизвестного. Вскоре находят труп главы службы безопасности фирмы «Огненный щит» Александра Борцова. Киселева задерживают. Да, я Борцова убил. Сама ворона, он на меня стрелял. Здесь либо ты, либо тебя. А Астраханскую кто убил? Я не знаю. Но думаю, это Прохоров. Ваш директор? А с чего так решили? А думаете, Борцов по своей инициативе меня решил убрать? О, Прохоров мне угрожал. Он хотел, чтобы я разобрался с Астраханской. Подкупил ее. Вообще он страшный человек. А я слишком много знаю. То есть вы полагаете, Прохоров дал указание Борцову, чтобы тот устранил Астраханскую? Уверен в этом. Что происходит? Так. Тимурчик, а можно узнать, что ты делаешь? Сейчас все будет. Айн момент. Что будет-то? Объясни. Укатали Тимурку крутые горки. Совсем на работе умом подвинулся. Боже, это все стресс. А я говорила, надо ему ромашку пить. Вы сами свою ромашку попейте. А у меня план. Какой план, папа? Гениальный. Анка! Точно сбрендил! А я догадалась, что папа задумал. Молодец! Доченька, вся в меня! Идем? Так. Долго ждать? Подождем. О! Сработало! Добрый вечер. Чем могу помочь? Немедленно прекратить это безобразие. У меня уже голова раскалывается. Да вы что? Ну, вот знаете, у вас гаммы, а у нас ремонт. Прошу прощения. Можно? Роман Глебович, Прохоров, капитан Красавченко, Петровского РУВД. Вам придется проехать со мной в отдел. Так, тихо, тихо. Давайте без глупости. Пойдемте. Да, да. Тихо, тихо, тихо. Вообще, я возраст уважаю. Но тут вы сами виноваты, Роман Глебович. Что ты без меня делал, да? И не говори. Встаем. Живой? Да вроде как живой. Тихо, тихо, тихо. Не приказывал я никого убивать. Бред это.
А Киселев утверждает обратное. Киселев? Да Киселев фантазер и паникер. И Борцова вы к нему не посылали? Посылал. Ну, Борцов его должен был припугнуть. И припугнул. Чуть не застрелил. Я не знаю, что у них там произошло. Киселев мог замандражировать, мог лишнего сболтнуть. В общем, Борцов его должен был только вразумить, но не убивать. И Астраханскую тоже вразумить. Кирпичом по голове. Не посылал я Борцова. Зачем? Как зачем? Чтоб концы в воду, так сказать. Чтоб никто не узнал о растрате. Так, ну что, пазл сложился? Да, все сходится. Все да не все. Есть кое-что, что меня смущает. Дело все в том, что я на всякий случай проверил корпоративный телефон ресторана с Ваней. Так вот, в вечер убийства Астраханской этот телефон был на месте преступления. Все интереснее и интереснее. Да. Так что, надо просто Астраханскому показать видео с места убийства, ну и посмотреть, узнает ли он друга семьи или нет. Классная идея. Смотреть, как убивают твою жену. Ну. Это же Жора. Какой ужас. С Ваней? Вы уверен? Абсолютно. Это он. Сейчас. Вот. Вот смотрите. Жора. Жора, какой ужас, что ты натворил. С Ваней Георгий Давидович? Да. Капитан Бубнов, Петровская рода. Здравствуйте. Проедем в отдел, а? Поговорить надо. Поедем. Хорошо. Долго! Да где ж собрался? Ну что же вы, Георгий Давыдович, от сотрудников убегали, оказали сопротивление. Да еще соврали, что не видели Астраханскую в вечер убийства. Но вы же поехали к ней, когда получили СМС-ку. Или будете отпираться? Да нет, не буду. Не буду. Ну так давайте рассказывать, как и за что вы убили любовницу. Я? Я Лену не убивал. Да, я поехал к ней. Не отрицаю. Предчувствие было какое-то нехорошее на душе. Когда я приехал, во дворе уже куча народу было. Полиция, санитары. Я издалека увидел, как тело на носилках уносят. Сразу понял, что это Лена. А на следующий день прочитал в криминальной хронике об убийстве. То есть вы утверждаете, что не убивали Елену Астраханскую? Нет, конечно, я ее любил. Я когда ее первый раз в театре увидел, так сразу голову потерял. В каком театре? В абажуре. Мы на спектакле познакомились. Она с Сергеем была. У него там кузен гримером работает. Он однажды Лену так загримировал. Вылитая Мерлин Монро вышла. Так, экспертиза готова. Значит, с Ваней не соврал, он действительно Астраханскую не убивал. Экспертиза показала, что убийца на записи с места преступления ниже ростом. Ну да, против экспертизы не попрешь. Слушайте, а как же борода-то? Так а борода была, Антон. С Ваней раньше носил бороду, но сбрил ее недавно. И эта борода меня навела на одну мысль. Ну, какую? А что, если убийца хотел выдать себя за Сванию, но просто не знал о том, что Сваня недавно сбрил бороду, и просчитался? Ну, так-то логично. Ну и кто же тогда, по-твоему, убийца? Я не знаю. Но у меня из головы почему-то не идет кузен Астраханского. А при чем здесь кузен? Вот он. Дроздов Виктор Петрович. Дело все в том, что он гример. Довольно известный в театральной тусовке, он специализируется на пластическом гриме. Ну а бороду приклеить вообще не проблема. Ну да. Меня Серега не раз просил загримировать то его, то Лену. Не знаю, какие у них там ролевые игры были. Послушайте, а Сергей на этот раз в кого себя просил загримировать? В Георгия. В Георгия? Ну да, это друг их. Так. Да. Ага. Хочу разыграть его. Как думаешь, получится?
А когда это у нас не получалось? А я по сценарию должен был его самого изобразить. Постоять с цветами у входа в ресторан. Зачем, он не сказал? Добрый вечер, Сергей Денисович. Доброй ночи, господа. Чем обязан в такой поздний час? А вы арестованы. Что значит арестован? На каких основаниях? А основания у нас имеются. Что вы делаете? Что вы себе позволяете? Да мы тоже многое можем себе позволить. Не ожидали, что ваш родственник вас так сдаст? Как же вы так подставились-то, а, Сергей Денисович? Молчим. А что в молчанку-то играть? Чего отпираться-то? Рассказывайте. Зачем вы убили свою жену? Да потому что она змея. Я ведь все для нее делал, все. Она изменила мне дрянь с этим козлом. Так и представляю, что они вот в постели там. Картинка-то из головы не уходит до сих пор. То есть жену убили за измену, да? Да. Тихо, 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 спокойно, спокойно. Когда вы узнали о связях вашей жены с господином Сваней? Несколько месяцев назад. А развестись в голову не приходило тогда? Так вот это она. Она хотела со мной развестись. А я не хотел этого. Я хотел отомстить. И отомстил. Подставить решили Сваню? Да, именно. Выстрел дуплетом это называется. Оба должны были получить по заслугам за свои предательства. Кто же знал, что этот гад бороду сбреет в тот же день? Так бы вы на него намного раньше вышли. А телефон с места преступления зачем забрали? Лена мне прислала смс-ку, что разводится со мной. Если бы вы это прочли, это могло бы меня скомпрометировать. Ну да, так-то логично, логично. А смс с Ваней это вы посылали? Да. Я так понимаю, после убийства. С телефона жены? Нет. То есть как нет? У меня нет пароля от ее телефона. Но есть такие программы специальные, которые позволяют отображать у адресата нужный номер. Вот такой программы и послал. Ну, чтобы с Ваней приехал? Да, и подставился. Но план не сработал. Уже без разницы. Мне без Лены все равно не жить. Я же любил ее, понимаете? Любил и до сих пор люблю. Из любви не убивают, Сергей Денисович. Все осознала. Mm-hmm. И? Вещи с лестницы уберу, комнату обклею упаковками от яиц. Они звукопоглощающие. Только прекратите ремонт, умоляю. Ну, вот это уже другой разговор. Только столько яиц мне не съесть, а выбрасывать жалко. Поможете? Поможем. Только так мы с вами еще и закукарекаем. Покукарекаем. До свидания. Вот еще пирог с луком и яйцами. С яйцом. Ну, с яйцом. Убирай, мать, убирай. Видеть уже не могу эти яйца. А мне нравится. А вот и ешь их сама. Я все не съем. Да и я не съем. Все, я пас, так сказать. Музыкальная пауза. Музыкальная? А я еще на укулеле играю. Вот. С собой принесла. Сыграть? Нет. Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетай.